Довганов – мандрівник, координатор Миколаївського альпіністського клубу. Підкорив вже не одну вершину. Організатор туристичних походів. Знає все про активний відпочинок на природі. Доброго ранку. Доброго. Дякую, що завітали. Хочу так пожартувати, що з гір і навіть просто до нас у ранкову студію. Тож, Монблан, я знаю, що ви давно збиралися, давно хотіли підкорити цю вершину, і курйозів дійсно було багато. От я один скажу, то ви балон забули з якоюсь зимовою сумішю, то у вас помезли руки і ноги. Ось про це все ми хочемо дізнатися від вас, перших вуст, як то кажуть, і взагалі про ідею, да, як ви вирішили саме ось на цю найвищу точку піднятися. Да, действительно, Монблан така культова гора, про нее все знают, она у всех на слуху. Скажем так, она не является какой-то мечтой, альпинистской целью, потому что она не особо сложная. То есть она, в принципе, как для опытных альпинистов, это несложная гора. То есть так, поехать отдохнуть на выходные. В принципе, просто так, да, начать? В принципе, идея так и родилась. После наших летних сборов в Грузии мы с ребятами, с нашей альпинистской командой захотели сходить на какую-то культовую гору. И почему бы не Монблан? Ну, вот Монблан и Монблан. Альпинист. Сели здесь в Николаеве на машину, приехали во Францию и... Сходили на гору, вот і все. Як все розпочиналося? От, наприклад, ви забули балон, було вам дуже холодно, ви щось там ходили, шукали ліхтарики. От, от такі моменти. Безумовно, що ви до них не готові, ви не сподівалися, що вони будуть, але вони були. Да, ну, в будь-якому випадку, в кожній поїздці є якісь курйозні моменти, якісь нестиковки. Завжди, вроді, ти готуєшся, збираєшся, а потім щось йде не так, ну... Мы ребята опытные, мы ребята находчивые, даже забыв внизу газовый баллон, мы просто поднялись наверх в район, как бы откуда альпинисты уже стартуют свои восхождения, и на мусорке нашли оставшиеся баллоны после прошлых восходителей, ну, потому что либо спускаться вниз и отказаться от восхождения, либо пойти и достать как бы оставшийся баллон. Если уже спустишься, то вечно поднимешься, же правильно? Ну, можно подняться, времени больше не было просто, то есть потерять как бы день. Вот. Ну, ми якби проявили находчивость і... Тобто там по годину, так? Да? Було хорошо. От, от скільки часу, да, ви піднімалися? Ну, я знаю, дня. Восхождення 4 дня зайняло. 4 як дня. Це відбувається? Ви ж зупиняєтеся, що це ж не означає, що ви підіймаєтесь. Там ж є зупинки, є перекуси. От давайте більш детально розкажіть нам. Ну, так, да, тобто підйом якби займає більше часу, ніж спуск, звісно. Ми піднімалися 3 дня, є графік акліматизації, не можна просто взяти і там з 900 метрів піднятися на 4810. Потому что есть такое понятие, как горная болезнь, когда нехватка кислорода, когда становится плохо, начинает кружиться, болеть голова, теряются силы. Поэтому ступенчато люди поднимаются. Сначала мы поднялись до высоты 3100, потом мы поднялись до высоты 3800. Из 3800 мы уже сходили на вершину, спустились на 3100, переночевали, и затем уже спустились к подножью горы в поселок Шамани. Было холодно, там была довольно холодная погода. Как, и сколько у вас было взагалі? У нас было четверо. Четверо человек было, да, это все наши ребята-альпинисты, наша команда. Это Дима Жук, Сережа Резник и Саша Пивень, мои друзья, все по альпинистскому клубу, напарники, надежные ребята, классные ребята, вам привет. Вы решили підкорили, так, и фото мы будем показывать, будуть бачити. А вот еще, що, про що я хотела поговорить, альпинизм стає більш популярним, так? Зокрема, в нашому місті, я от і в мережі читала, що багато хто хоче таких сходжень, тим більше, що ви є прикладом, з чого розпочинати, як підготуватися. От навіть, от ви кажете, гірська хвороба, зрозуміло, що це не вирішив, не пішов, не піднявся, і все, має бути якась подготовка. С чего варто распочинать? Ну, там, в любом случае, стоит начинать с походов в наш городской альпинистский клуб. Он находится у нас при университете, Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова. Там у нас есть свой скалолазный стенд, своя база, где у нас есть инструктора, которые занимаются с новичками. Туда может прийти любой желающий. Для этого ничего не нужно, кроме желания. И там уже инструктора начинают работать с человеком. Сначала базовая подготовка, выезды в Карпаты, здесь на наши родные скалы под Южноукраинском, занятия, какая-то подготовка, походы простые, и уже после этого начинаются поездки в большие горы, все как бы в таком спортивном формате. Это все происходит в формате какого-то обучения, школ альпинистских. И, в принципе, это доступно каждому здоровому человеку. То есть, если есть желание заняться альпинизмом... Будь-кому, так? Це може бути і дівчата, може бути і хлопці. Да, ну, ви закрем... приходите, наприклад. Так? Ну, я залюбки і прийшла, але альпінізм – дуже екстремальний вид спорту, правильно? І спортсмен часто наражається на небезпеку, опиняється в складних ситуаціях, ризикує життям. От у вас були такі випадки в вашій спортивній практиці? Ну, страшно буває часто, але завжди...
есть какая-то грань разумного, которую не переступаем. То есть нельзя просто приехать и сходить на суперсложную вершину, не имея опыта. Мы всегда готовимся, мы знаем маршрут, мы читаем про него, мы готовим снаряжение, мы высматриваем прогноз погоды, это очень важна погода. И просто в плохую погоду, без хорошего снаряжения, без опыта, не идем на сложные маршруты. То есть... Ну, досвід, це має бути не одне сходження, якесь таке мінімальне, да? Конечно. А чи мрієте ще надалі десь побувати? От минулого разу, так, розкажіть про ваші плани. Конечно, обычно всегда, когда возвращаешься с поездки, такой мотивированный и заряженный на следующий год, и мы сразу же с ребятами уже обсуждали планы на следующий год. Я не знаю, стоит ли делиться, вот, но это опять, наверное, будет что-то интересное в Альпах, какие-то, может быть, не такие известные, как Монблан, горы для масс людей, но для альпинистов это известные такие цели будут. Например, вершина Айгер на границе Швейцарии и Германии, вот тоже известная гора, тоже есть в планах, хочется. Угу. Как будет дальше, непонятно, но... Але будем, ну, це ж весна вже буде. Чи у вас немає такого розмежування періоду року? Це може бути і зима, і весна, тому що тільки це ж свободне время, треба одразу їхати. Все під свободне время. Вільний час практично в подорожах перебуваєте. Постійно подорожуєте. Розкажіть от про такий свій темп життя. Як вам це вдається? Подорожувати? І тому що ви зараз є таким як прикладом для багатьох людей. Да? Ви де тільки не були. Якщо зазирнути на вашу сторінку в мережі Facebook, це просто дивовижа якась. От розкажіть про свої подорожі. Ну, такой темп жизни, он на самом деле приходит не сразу. Стоит один раз попробовать сходить в поход, и все. И начинается, как снежный ком, накапливаться. И ты только приходишь с одного, начинаешь мечтать о другом, высматриваешь свободные выходные, свободное время, какие-то отпуска свои, лето. И планируешь, и потом приходишь просто к тому, что смотришь на свой год вперед, а у тебя неделя через неделю какая-то поездка, какое-то восхождение, какое-то путешествие куда-то. Який максимальний термін був, чи ви знаходилися в подорожах чи в походах? Ну, от в этом году місяць був. Місяць в Грузії, це був июль. Мы 5 июля улетели с ребятами, 5 августа вернулись в Украину. Это, ну, Грузия замечательная страна, туда хочется возвращаться, там есть чем заняться активным отдыхом, спортом. Мы были и в походе по Верхней Сванетии, и на море в Батуми, и на источниках минеральных в Боржоми, на альпинистских сборах в районе Чаухи, в районе Казбека. В Тбилиси отдыхали, просто с нашими грузинскими друзьями общались. Познайомилися вже з багатьма. Ну, да, да. Просто ездить, ну, съездить в Грузию и не завести там друзей невозможно. Это уже 7-й сезон подряд, как мы ездим в Грузию, и там нас уже там ждут. І, безумовно, що ще обов'язково будете там. А от є таке місце у мандрівника чи альпініста, от унікальне, де от обов'язково ти маєш бути. Да? От, як то кажуть, побачити Париж і вмерти, да, є така приказка. А от для мандрівника, для альпініста. Ну, і чи є особисто у вас таке місце? Для многих моїх друзів, от предел мечтаний, какая-то от така мечта розова, це Гімалаї увидеть. Тобто увидеть своїми глазами восьмитисячники і самые доступные Гімалаї, самые такие простые, это Непал. Я был в прошлом году в Непале, и буквально через месяц мы снова планируем ехать с командой в Непал. У нас 8 человек собралось, билеты мы покупали за год. То есть еще в прошлом декабре мы начали их высматривать, по чуть-чуть докупали, и просто увидеть своими глазами эти огромные горы, больше просто выше нету. Тобто це найвище? Да, это выше. Да, то есть если ты увидел Гімалаї, все остальное уже можно как бы и не смотреть. Ну, шутка такая. Це просто дивовижно. Да, да, там как бы красиво, там интересно, там развита инфраструктура для туризма. И тоже многие говорят, это же так высоко, это же так сложно, но там все доступно для новичков, для, скажем так, не особо подготовленных людей, чтобы увидеть. Не взойти, просто увидіть їх. А от були у вас такі моменти, якщо чесно, що начебто намагалися підійматися, але розумієте, що ця вершина, вона не буде ваша. Да, ви її не підкорите, і от нас розкажіть. Так раз в этом году, після альпіністських зборів, на масиве Чаухи мы выполнили там нормы на второй и третий разряды спортивные по альпинизму и раньше закончили нашу программу и захотели сходить на Казбек. Ну, мы уже были на Казбеке, я конкретно был. Многие ребята не были. Мы подъехали под Казбек и просто смотрим по прогнозу погоды, что постоянно внизу ливень, наверху снег, мороз, ветер. И пришлось отказаться, хотя все были заряжены на восхождение, все хотели, все горели. У нас была неделя времени, чтобы сходить, но мы просто отказались от восхождения, потому что, ну, было немножко обидно, конечно, с одной стороны. Так, ну так, дійсно, прикро дещо. Да, да, но иногда как бы просто идти в непогоду туда наверх смысла нету, рисковать. То есть вот эта вот грань. Вам, ну, наостанок ваші поради тим, хто хоче бути такими, як ви.
хто слідкує за вами, за вашими фото, за вашими подорожами і мандрами. Як стати таким мандрівником, як ви, професійним? Тому що одна-дві подорожі, да, ну а ви вже професіонал в цієї справі. От ваші поради для новачків, для тих, хто хоче розпочати. Ну, стати таким, як я, на самом деле, це не предел мечтання. Ну, але так, я образно кажу, що... Зі сторони, це кажеться, що це круто, класно, все время путешествуєш, ми завжди шутимо, що гід – робота мечти. Угу. Но на самом деле, это так, очень ми то бачимо работа. Одну сторону, да, розкажіть про іншу сторону. Очень тяжелый труд, потому что ты постоянно в каком-то напряжении, постоянно поездки, дома бываешь редко. И иногда хочется просто отключить все телефоны, просто посидеть дома в тишине, угу. Там, в интернете покопаться в Фейсбуке, як посмотреть всі, видео. Да, в какую-то рутину погрузиться, но у тебя следующая поездка, нету просто времени отдохнуть. Но для того, чтобы начать путешествовать, нужно просто желание. Присоединяйтесь к каким-то туристическим клубам, к нашему, например. Мы угу. очень часто путешествуем, у нас есть походы от новичковых, там, походов выходного дня по Николаевской угу. области, вот мы только на этих выходных были, по трем каньонам нашим ходили, 18 человек группа, 50% там были новички с детьми, и они заряжены путешествовать дальше, ходить дальше, им понравилось, и на следующий год у нас очень много планов разнообразнейших, от новичковых и до сложных, то есть просто желание, просто чуть-чуть времени. Присоединяйтесь. Ну и, напевно, физическая подготовка. Немножко, конечно, нужно. Но, как я говорю, каждый здоровый человек, который просто с утра встает с кровати, идет на работу и возвращается домой, ему это под силу. Я зрозуміла, наче це і мені під силу. Я вам дякую, Юрій Довганов, мандрівний професійний гід, був у нас в гостях нещодавно, от буквально повернувся із найвищої точки Альп Монблан, під Корили, це 4810 метрів. Це було складно, курйозно, але воно того варто. Принаймні, я це бачу по вашим горячим таким очам. Дякуємо вам.